Она должна остаться последним, ты по таргету. Если не умрет, то кинешь на нее диван, и тогда нормально будет. Нет, на Валю не пойдем. Пока не убьем Лану. Это в ваших же интересах. Как вам такое? Че, Клини, ты все? Да ё-ма. Друид, а? Мне же надоело бегать, треснет. Да нет, буду бежал, вдох. А надо бежать, потому что она в центре. Встали, пошли, походу. Вачдан, блин, ты вообще перед мордой сдох, в луже сдох. Вон, я тебе серьезно говорю, вот, а все, да хилит, ты только ставил хилит, неужели у тебя вокруг персонажа? Вот, в том-то и дело, что потом на мне появляется такая большая, тупо большой сгусток лужи, все упал. Вот ничего не было вообще. ГП. Ну да, ГП вообще без вопросов. Это за то, но, что вот перед боссом, ну, за то, что знаешь, лужа. Что выносить? Должно было, углы должны были фиолетовыми быть. Ребята, хоть ребята, как-то, ладно, знаешь, все что-то понятно. Тупо появилось большое. Мы не рассказываем много. Но, ребята, давайте лучше подумаем над тем, что в рейде половина рейда не видят рейд. Я слышал сейчас на трае человек какой-то спрашивал, я догадываюсь какой. Он спрашивал, а где этот лог стоит? Давайте я вам гайд немножко проведу. Я уже проводил один раз. Не знаю, толку походу не было. Значит, нажимаем буковку О, английскую, общение, с восклицательным знаком, такое белое облачко. Все нажимаем, нажимаем там вкладка рейд, четвертая, справа самая крайняя. И там мы видим наш рейд, доблестный, храбрый и отважный. Там есть такие группы, группа 1, группа 2, в них люди находятся с разными цветами классов. Берем левой кнопкой мыши на группу 1 и тащим на центр экрана. О чудо, я вижу... 5 игроков. Эвинар, Мангаял, Гучи, Элемент, Моса. Делаем со второй, делаем с четвертой, с третьей, с пятой. То же самое. Вытаскиваем на экран это все, где вам удобно. И по команде РЛ раздаем укус. Нажимаем на человека левой кнопкой мыши, он выделяется в цель. Подбегаем к нему и кусаем. Если у вас не хватает, если не хватит мозга сделать эти простые вещи, то здесь вам делать нечего. Миша, все фигня, давай заново. А, Войт, смотри, они его выделяют, они не видят, где он сзади, спереди, вокруг себя его не видят. Он у них никак визуально не подсвечивается, вот это они не видят. Ctrl-V нажимаете и высвечивают ники всех персонажей. По нику все можно... персонажи, да, вот. Нажали Ctrl-V и бьете босса. Рейд вы видите. Ой, над каждым игроком полосочка его ХП и ник. И все. Пожалуй, это единственный босс, где этот, эту хрень можно включать игровую, где она реально полезна. Никогда их не включу. Короче, что хотите, делайте. Ctrl-V, не Ctrl-V. Не должно быть. Так, клинит все, да? Так, ему потом начислю. Скифон, пойдешь? Скифон, вроде Эрдру хороший, но если... Если не да, 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 Скифон. Аргрута хорош, но на ДПС не хватает. Ну, есть какой-нибудь ДД спек. 4 хила. 4 хила нормально захиливает. Ушел. Он ушел. Нужен 4 хила легко захиливает они. Так. Легко? У нас демон ушел. У нас демон ушел, это упадет ДПС у всех РДД. А он в Африке был. В Африке? Нет, он в демоне был. Он я в его не взял. А он в демоне, брат. Демон демоны. У нас. Вон поджигание и испепеление. Ну, может, тот спекнулся. Ну, без демона еще меньше будет ДПС. Сколько у нас? 228 был последний трай. Ну, будет 215-218.
Клизмы нет? Нет. Так, Хронос, целый. Ну, ребят, вы начинаете мне надоедать из стареньких. Мангиал. В чем что за фигня-то? Ну а как вы рассчитывали идти? Ну, молния. Чё теперь? Чё у вас? В грозу это связь плохая, что ли? Можно перекур? Да, можно. Да, курить. Я начислю ИП. Минус маг. Отлично. Тебя не запаривает потом искать их и начислять ИП? Не. Я начислю, помню что. Какая-то странная мундиала аватарка в Дискорде. Ну, Валю-то мы в любом случае захилим. Мы здесь максимум, то что мы здесь, мы вышли в половину шестого. 3 часа. С таким успехом я могу вон в кнайты уйти и все. И проблема решена. Либо в сан... это санвилы, правильно? Да, да. Если люди не хотят прогресса, в чем? Просто смысл так тогда играть 9 боссов и прогресса у нас нету. Знаешь почему? Медвей, тут тебе дело. Отвечу. Вот мое мнение, здесь просто нет слаженного статика, нет сыгранных людей. Здесь все время, здесь 5, там 6 человек ходят постоянно, 10 так более-менее. Нужно побольше, слушай, ну 10. Ладно, хорошо. Ну хорошо, побольше. Но суть-то от этого не меняется. Люди вообще не чувствуют друг друга. Абсолютно. Это вообще не слаженный статик. Поэтому у нас ничего не убивается никогда. Нет такого понятия слаженный статик. Есть. Его не будет никогда, понимаешь? Его никогда не...
Ребят, если кто-то не понял, она всего лишь хотела сказать, что у нас, в принципе, все хорошо. У нас просадка идет именно по такому фактору, что каждый отдельно взятый человек, если не дать ему РЛ, он позапутается, он не будет знать, что ему. А он должен знать. РЛ вылетел, допустим. Что, вы не будете кусать, сносить не будете? Но это тоже борода. Поэтому, ну, я бы назвал это индивидуальным мастерством. Вот его не хватает нам. Если есть борода, скажите. Да, в равной степени. Полностью согласен. Кому-то больше, кому-то меньше, но вот нужно побольше мастерства индивидуального. Посмотреть, что там, где кто стоит, побежал, куснул, убежал там. Все такое. Не все будут всегда райлами. Есть такие люди, которые хотят просто ходить. Ребят, ну, мастерства нам не хватает, но у нас и, как, в большинстве случаев рук не хватает. 26 мастерства нормально. Надо просто этот, как его, обдверной проем поправить ручки и все. Почему джоки, у них ДПС есть, они косячат поболее, чем вы. Но они серьезно? Убивают их. Я тебе серьезно говорю, они косячат побольше нате. Я видел стрим, как они... И пельмени ловят, и все... Я видел, все, как что угодно. Раз кутраили, хватает. Конечно. Так они могут себе позволить, потому что одеты, а мы не можем. У нас бомжир, он себе куда ни плюнь, 250. Их гир тянет, а нас ничего не тянет, кроме наших рук. Там понятно, ребята донатят, ходят и молодец. Там маги донатят, поднимают ДПС, то есть им интересно. Ну, чтобы каждый знал, что им надо делать. Маги не дамажат на свой шмот. Каждый не знал даже, а понимал. Вот на этом боссе вот такие-то скиллы. Если такая-то херня случится, мне нужно сделать то-то. Вот, и каждый из 25 людей должен это понимать. Вот, что ему делать надо в той или иной ситуации. Ну, когда все это будет, когда не будет затупов, все будет получаться. Мид, соленый просит. Ну, соленый не решит, он дестр. Пусть демона сделает. Просит. Хронос, РТ, целка, нормально. Джозеф, РТ, целка, нормально. Там много КПС там сидит. Поэтому это не статик. Статик ходят одни и те же люди. Меняются 1, 2, 3 человека максимум. А тут мы постоянно кого-то меняем. Постоянно IPO кого-то хочет. Учим. Постоянно тактику рассказываем. Может покикать тех, которые вот сидят в каражанах там, или что, или они просто ПВПшеры? Какой-то вот Sacrifice Savage Druid. Ну раз написали заметку Savage Druid, значит ПВЕ. Третья ката. Че он, целка ему не надо или ничего? Ну, во-первых, он только пришел, во-вторых, нужно, наверное, сразу как-то на замену людей брать. Так, а видишь, задум, я ж этот, в чем проблема, я добирал, как он, никто не присунул, реально никто не присунул. Я пришел на замену. Ну, и то макс замены просто офис и все. Ну, я тебе хочу сказать, когда неделю назад мы тоже, когда с Южинами были, они тоже 25-ки не собирают сейчас особо сильно. Сложно у всех. Лето. Все такое. Всем привет, ребят, суманите, пожалуйста. Погоди, еще сума. А че, еще один офнулся? Двое ушли. Клинит офнулся, потому что он предупреждал. Сумона, пока погодите. А кто еще ушел? А мангал? Мангал из-за погоды. Понятно. Увидел рейд вайпается на лайн. Да всем сразу. Токен надо. Молния в экран прилетела. А вот кто-то знает, сериал такой был раньше, Найтман, старый-старый. Кто-то знает, плюс хоть один есть. Какой? Найтман? Найтман, да. Там, короче, там мужика ударила молния где-то в трамвае или в троллейбусе. И он, короче, стал мысли злых людей, ну, плохие мысли слышать, короче. Ну, кто там бомбу закладывает, чё.
Мне помимо этого ему костюм достался, короче. Там броня, все это, плащ, короче. Но он накидывает плащ, все невидимый, короче. И пояс антигравитационный, он летал, короче. И глаз еще красный такой был. И он из глаза, да, короче, расплавлял все. Хоть убей, но по описанию однозначно попадает черный плащ. Нет. Грибовый какой-то плащ. Сериал. Может, какой сериал? Найтман. Грибовый. По-английски написано. Старый-старый такой, там актер, который еще в «Матрице» агента играл. Какой-то Маккольм, не помню. Так этот мужик у нас... Старый, этот мужик у нас в депо реально работал, ёбнуло током, ну, полез туда отцеплять. И, ну, он сейчас реально в дурке, вот, в резиденции Луки, там, в фашистском городке, дурдом. Отвечаю, 9-е отделение, и, ну, я там 3 года отработал. Вот этот Найтман. Пол России Найтман. Сейчас, может быть, скину этот трейлер начала с Ютуба. Где мульти? Мульти есть? Спешитесь. Нет, пусть он Горочь позвонит. Работа работает. Смотрите, ребята, в этом дискорде разверните, посмотрите. Минуту идет. Кайфовая тема вообще. Это вагон с Беларусь балкон? 90. Мульти нет, а кто еще? Роме работает, да? Щупа. А наше молоко что? А его вообще в последнее время уличили в ПВП. Постоянно сидит на арене. Че, будет правильно? Ты больше крутые. Побоешь на себя память. Сама себе не похвалишь, никто не похвалит. Это констатация. Да-да, это был Дед Мороз. Да, когда в ПВП играешь, как-то побыстрее кнопки все нажимаешь. Их много приходится нажимать. Ну, хоть да, но надо в принудительном порядке кнопки нажимать. Нет, реально, еще очень много кнопок надо нажать. Вы договоритесь, что я и лимон встану. В случайном порядке, а в определенный момент нужные кнопки жать. Бабушки всем запрещали смотреть всякие мультики, там, Sailor Moon. А в какой канал ты это скинул? А, не знаю. Ну почему мне кажется, что выгоднее ПВЕшить за Альянс? Потому что есть 1% красоты, 1% меткости, в общем, на весь рейд. Ну да, и расовый тоже норм. Сейчас как бы этот сериал, если станешь смотреть, то там такие спецэффекты, что глаза кровоточат, короче. Ну типа по сравнению с теми, что сейчас делают. А вот когда детство было, тогда... Ну, кайфово было. Задумчик, а где Таниса? Да хрен его, Паша обычно по воскресеньям так и бывает. Сейчас напишу. Кто такая ценительница, Настя Фаер? Настя тоже не сильно хочет, ей бы с нуля. Кто? Вы шутите? Она вообще хорошая, допустим. Это кто? Я никто не спрашиваю, хочу я, не хочу. Томми Рот, целка. Переводится «ночной мужик». Сакрифайс коражам. Рыбка в латах. Ира Хапал. О! Я слышу, Матума, ты тут, да? Я же не знала, что ты твоя жена.
Чего рыбка в матах? Чего ты там говоришь пропала? Я говорю, вчера в чат пишу. Я же думала, это твой твин, Владин. Я пишу, ты что, ебанулся, что ли? Это, кажется, жена твоя. Судя по заметкам. Не, это не мой твин. Просто я иногда хулипал, иногда так... Хулипал жены. Ну вот, и она вчера, видимо, на Владине была. Я пишу, ты ебанулся, что ли? Знал, что она... Так к чему? Я извиняюсь. К чему я завел-то? Про рыбку, ну. Про этого, про Найтмана. Я хотел сказать, давайте, чтобы ну, в нас, в игроков, ударила молния. Откройте окно. Да, если дождь идет, открывайте смело. Выставляйте руки, голову. Вот. Может быть, как, ну, попадет молния, и вы станете... Ну, сверхспособности? Да, я не знаю. Как выставить голову, если у меня москитная сетка? Ну через сетку пофиг, пробивай. Порежу ее. Как же металлотово. Просочишься. Или минус челик вообще. 50-50, типа, да? Ну да. Либо руки выпрямятся, либо. Явка на следующий раз ты теперь человека, да? Либо просто сам прямо ляжешь. За 4 человека такие все, хоп, как РЛ и стал. Либо РБК. Чарпи это кто? Шарпи? Да, Шарпи. Тыкните на шкаф, сейчас я... Сейчас или нет? Да не вижу. Портанусь. Какой-то ДКшник слабенький. Не помню, сколько он давал. Где-то видел его. Ну, вот. Он дает примерно столько, сколько я. Ну, что, 7-8, что ли? 9? Ну, где-то так. Я вообще никакого ДК не вижу. О. Сейчас, короче, головы чую полетят. Кристина влетела. Кика их. Нахер всех. ГП, я же говорил вчера. ГП кто не идет на РТ. И сами поливает спокойно. Первый пошел. Ура! У него КД было? Какая разница, РТ стоит? ЦЛК. То есть он просто не пошел в гильдии, да? Я не знаю, он сейчас в ЦЛК, на вопросы не отвечает. Мне надоело. Метагрил. Это Метагрил, он по ОП. А, да. Пошел этот... Трог. Целительница. Молчи. Да пусть попрошу, чё. Да не, ну просто были у нас такие, как и Doomsday, но люди просто PvP, там даже PvS сетов нету, чё им, блин. Тем не менее, пусть какой-то есть приоритет. Так, кто ещё один с нами? Блин, дайте ещё сумму, я сейчас пока. Сок. Гурыч, а чё мульти ты говорил? Куда он пошёл? Джозеф, он... Целка, Лем, Виталий какой-то. Алин, кните, пожалуйста, чарку на СПД на одну ручку, кто может. Тебе с острова или откуда? Ну, самую, да, топовую. Джива, Илья, вообще, в Агримаре. Я в долларам, пацаны, я в долларам, мотнусь быстро. Мотнись, чё. Знаете, что плохо, что из чата даже не добрать смысла, нету вешать. Ну вот его кашная тебе. У меня в Атласе не показывает это топовое. Сейчас. Открывайте гильдия, профессии, открывайте наложение чар и смотрите. Вот у того же мульти есть эта чарка, пожалуйста. Все написано. Это которого 94 СПД? Угу. Слушай, задумал, ну ты же знаешь, что у меня она есть, ты у меня чарил, по-моему, даже. Все, нет, не чарил, ни одноручий никогда не было. Все, сейчас найду. Да Мирот, это кто, с нами, не с нами? А ты что в правую Мирот? Руку взял? Стоп. Я его только сегодня походу добрал, а или нет? А, нет, это не, я не знаю, кто такой. Он давно.
он ливал, по-моему, с обычки, когда Медвей там ГП дал, кто первый раз ролил вроде. Я этот соленый с нами в рейде, если что, так. Ну это так. Элемента есть, чарка это. Да я смотрю, там косарь почти не стоит, наверное, проще инфры купить. Дайте еще раз сум, пожалуйста. Рыкав из шкафа пропал. Ты чё, говорю, в правую руку-то взял за дом? Катушку выбрал. А чё, в правую можно взять? Ну-ка. Очень смешно. Там две руки катушку берешь, и но... Потому что там накачанные обе, наверное, будет. Подходишь к боссу и душишь его просто тупо ниткой. Дом, пять косарей сумму. Посох инструктора у него. Правый, а, посох. А соленый, я смотрю, вообще не одевается, да? Ну хотя бы уже зачарился. Ну по 5 косарей, мне кажется, можно смело. Я играю редко. А когда играю, что-то ватку-то не берут никуда. Правильно, ты сегодня лидера 5 минут отдать не мог. В РБК же? Угу. Так. Сейчас, может, дружок мой объявится, поможет, с которым мы сегодня выходили с тобой, Тёмочек. Это с Илюжина второй? Угу. С Любавкой зашел в шар, ему напишу в ПМ. Ты дружков зови сюда, пускай учат людей здесь. Дружки сказали, вчера я ругалась. Он говорит, ну хочешь, я вступлю в твою гильдию, хочешь? Я говорю, хочу. Хочешь, Лекса позову? Я говорю, хочу. Алекс, кто вступит, это? Он сегодня спрашивал, он говорит, можно вот этому, мол, Медвею написать, чтобы, типа, гильду приняли? Я говорю, так это ГМ. Чё за Лекс? Чё за Лекс? Ну, вар там есть жирный. Скажу, друзьяшки мои. Который с циркуля? Это не наш. Не с циркуля? Ну чё он там, с Любовь в Кай? Давай мне ассиста, или дай ему сразу пать. Он идёт. Лично. О, с циркуля, ему все по плечу. Он уже с нами был. Давай, шкаф. Даже ему профу вроде бы закрыли в десятки. Мне сразу отойти стало надо. Сейчас я приду. Давайте, сумонимся. Кого надо, сумон плюс счет. Пусть в диз заходит. Чек на АФК. Как бы, когда 8 укусов раздали, 4 человека 4 раздали и 8 появилось, нужно уже сразу анонсить, потому что минута остается. Если, ну, если не сказать, то начнется шляпа в катавасе. А каждый хант, вне зависимости от спека, дает баф на миликов, да? Нет, ММ дают. Нет, он только ММ. Можно хантов в одну пати кинуть и шипешника закинуть, ханты не хилятся, как класс. Три шипешника. Начинается этот травиамод. Сейчас он дискорд. Чё это? А в воду укусы показываются, нет? Да. А в гриде нет, надо настраивать, но мне лень. Ну, я тоже не знаю, я поэтому буду поставить. Это номер один в мире Антон. Я вот не знаю, на стандартных панелях показывают, у кого есть они. А ну, этот, Гурыч, на пуль на кого-то, дай на пул. У кого стандартные панели есть? Либо кликаешь, дай на кого-то на пул.
У тебя стандартные? Да. Дал на пол. Не показывает. Да. Ты там укусы видишь, они маленькими окошками под полосками отображаются, да? А, ну вот. Почему? Я говорю, стандартные вытаскивать. Если вы не вытаскиваете, можете смело ливать средний. Рыбу кушаем. А то так не видеть ничего и не знать, что вокруг происходит. Тут ничего делать не будет. Вытаскивайте. Первую, вторую, третью, четвертую группу. Пятую вытаскивайте. Кикните лок. Сырье. Здорово. 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 Фласки есть? Кто сейчас пришел? С любавкой фласка есть? Да, есть фласки, сопроты, все. Сейчас, ребят, секундочку. Фласки пей, сопроты не нужны. До полэкрана погасло, подождите. Тоже гроза? Он руки заряжал. Найтмен! Там у него помощник негр такой смешной. Чек на готовность. Чё? Фласку? Короче, на тебя я разорился сегодня вообще как. Ребята, пожалуйста, давайте убьем. Я умоляю вас. Лимон. Там и нас камень. Чулан, ты что? Смотрите, чем медведь занимается. Чем? Фу. Чем попало? Ты слышишь, я сейчас на химиков приду. Зря ты. Так он готовится. Тихо, уже своей волосатой писькой стыкал. Клима ставить некуда. Чек на готовность. Сука, десятка после арта, да? Я пошел бы. Гурский. Все готовы? Чет на пол. Блядь, танки. Блядь. Вперед танка не лезть. Вперед танка не лезем. Не ловим зеркало. Правее отходи, Алиса, правее сюда, отойди правее, чтобы на центр побежала. Во, молодец. Сама делай. За дома уходишь. Чучелан. Пакт. Хексер. Пакт. Задум турбойсом. Эйтио. Чучелана. Кулина. Лопососа. Как тебе удобнее будет. Войд. Пакт. Пиши домашку. Тотем от трепета. Поставили. Чопс. Антифир прожми. Алис, левее. Рейнджу набираем. Между друг другом. В толпе не стоим. Отдал. Сокранул.
Рога Рэмшу. Прохил рейда. Забери ауру. Так. Пакт. Еще один стак. А Зенус побежал. Кош. И отходи. В луже отходи сразу. В луже стоишь. Да что ты делаешь? Чуть-чуть разлилась лужа. Бей босса. Так, Эйтю. Кача. Лопасос, давай Шансунга, Турбой с Любовкай, Пакт. И The Doom, Гуччи. Клыкач. Побежал. Вот его раздали, раздали. Или любого РДДшника раздавайте. На Твинте повесили, ну молодцы. Как ты дымыч, Лёх? БР. Я тебя только отменял. Пробафали паладина, пак. Подходи, лимон. Фух. Мастерал. Тотемы трепета. Дайте лапу. Рыжу набрали. Мастерал отожми. Даю гим. Так, лопасос, Азену собернешь. Раздавайте, сейчас по милишникам, пожалуйста, по любым. Меня тоже укусите. Бегите сюда. Спарт. Ребята, извините, мили... пожалуйста, у меня интернет отключился. Захожу. Плохо. Спасибо, кто меня укусил. Геру. Прохил рейда. Плохо, Клыкач. Меня до сих пор не укусили. Лис, я тебя укушу. Да не хватит. 26%. Ложимся. Диваны раздавать в конце. Диваны на раздавать в конце, да. Ложимся в лужу, заходим. Дай мне диван, ШП, вот, я резко все. Погоди. Если ты будешь под зеркалом, то ляжешь. Даже под диваном. Пак. Какая жалость. Страдайте же. Опять там я слышал хила, кто-то укусил вместе ДД. Да? Я был не укушен. Яленького. Не повезло. Войт, проанонсируй, пожалуйста, этот, кого кусать. Хорошо. Я, если честно, не понимаю ваш выбор приоритетов укуса. Это Мосс говорит. Я весь бой третий, без укуса. А вы кусаете тех, кто восьмой и десятый. Я не понимаю, зачем. Вы хотите, ты говоришь, да? Мосс, это Мосс. Да, согласен. Лучше надо наталкиваться от рекаун. Ну смотри, Мосс, на взлете ты просто не бьешь из двух взлетов 40 секунд. Там еще есть чулан, который дает столько же, сколько ты. С точки зрения большего ДПС за одно и то же время его укусить выгоднее. Чулан был под укусом, сколько, дал я на киле. Посмотрите по рекаунту. Это одно. А второе, что я весь бой был там третьим после Зидума. Вы кусаете 9 и 10. Зачем? Меня уже подгорает, я уже просто не хочу. Вот сейчас, допустим, рекаунт есть. Вот сейчас от рекаунта он может отталкиваться, прописать, кто кого должен кусать. Мне Алиса кидает две истерии. Я под укусом буду дамажить. Это не те, кто там с 10 места поднимаются на 4. Че, масрес есть. Масрес вроде есть, хотелось. Да.
Да тут остались только те, кто не в центре лежит. Все на лестнице. Ага, было бы кому. Я сейчас перепеку лес. Юля, ты вылетела, да? Да, у меня Димка. Ну тогда понятно, почему я упал просто. Я отвалился там. Там еще двое упало. Че когда? Так в смысле давайте, так и надо делать, ну, давайте. Да, я согласен с тобой, что со стороны виднее, чем когда релишь, поэтому я и не релю, поэтому я ДДшу. Я свою функцию выполняю, и я не косячу. Я отвечаю только за себя. Но ну, эти косяки сраные, которые просто, ну банально, ну честно... Вы их видите тоже. Не обязательно назначать за это, ну, на это еще одного человека. Вы просто почему-то за это не даете. Так а ты что не видишь, что человек не передает укус, и он стоит красный, и за это он не получает. Или человек, который не выносит лужу, и лужа в рейде находится под боссом. Ну, это что не видно? Саня, вставай. Никому ничего говорить не буду. Я отвечаю только за себя. Говорю, вот я буду косять. Давай. Я тебе ничего говорю. Шкаф. Элемент вообще под саппортами бьет, ты что, серьезно? А, элемент, зачем тебе саппорты? Здесь магия крови, которая ничем не резистится. Ну, саппорт резистит, но мало что. Ну, вот есть сакра, есть аура. Зачем тебе саппорт? Выпей лучше на ДД. На ДПС не хватает, а ты под саппортами бьешь. Фулбав даем. Рыба стоит, стоит. С рыбы сошли, чтобы можно было ее кушать. Аккуратно. По бафам смотрим, чек на готовность. Он вам клыка все расписал. Хотя бы себя просто запомните, все. Я же не прошу их других запомнить. Так, все готовы? Отчет на пол. Маг инту бафнет. Это было неразумное решение. Факт. Неплохо. Соленая ФК стоит. Эти. Еще есть кем заменить? Факт. Турбойс.
Правильно, лучше голубой. Меньше луж было. За дома, Алехан. Пак. Мост, опусти. Мост, да. Бой. Пак. Тотем и трепета. Чопс, антифир прожмешь. Ой, настакиваем раскол, я что-то все забываю, блядь. Я же раньше дал сакру. Отдал мастер аур. Шансу, Шедер, на тебе ж вроде, да? Угу. Забирай ауру. Факт. Рога сбеги. Моса. Шансон, я прямо за тебя стою еще. Я вижу. Расколы. Пак. Бежите раньше. Чичпилан. А ну иди сюда. Я орхидею кусаю, все, забил. Факт. Гучи так и не укузи селись. Любовка укусит. Моссон. Тотем и трепета. На Моссон антифир дайте. Начинаем представление. На урок. А Зенуса кусать мне? Вот ШП, я прямо за тебя стою, ШП кусай. Рога, сбегись, Рога, блядь. Пак. Зенус, а Зенус, а Зенус, куда вы бежите? О, тупорылых два оленя. Клыкач. Че по Гере? Геру. У нас минута. Факт. Итю. У нас 20 секунд. Ло. Чуть сместились, сместились. А то милишники сейчас сдохнете. Она меня их баблю убила, короче, прикинь. Нажал бабл, она меня их баблю убила. У нас ДП сколько не хватает. Вот сейчас маг, короче, и Азенус тут. Такие два тупоря, короче. На не одновременно убегался, да. И теней, и убегал вот, маг, потом начал рогу убегать. Не надо, пожалуйста, флудить, если он убегает. Для этого есть команда, этот трейл, который видит, правильно? Вы орете, просто мешаете.
под лишним своим возгласом. Я отошел, скинул Рэй теней и кошем и подбежал, вот, получу чего там. Что, пожертвуешь собой, отведу Лану. Эх, не получается. Не успевает разгоняться. Там Зидум давал двадцатку. У нас вторая взлетка была на 41%. До этого все трое была взлетка на 35%. Ну вот, 6% тупо не добили. Ну вот тебе отсутствие демона. Это первое. То есть он рейду уже апал. Часто подрос, конечно, но... У нас там никто не ухнулся. Демона все равно подрос. О, да. Потеряли при старте, когда соленая ФКшил и пакт в него аж начало. Но сбег... То же самое ДПС утеря. Соленый не сбегался. Ну, соленый он еще у тебя кашу при пуле. Написал, что лаги у него. Еще на пуле. При трае. Есть. Так все, да. Ребят, уже мы не убьем. Это можно даже не смотреть. Турбо, потом... я понял, что вышел, короче. Можете либо расход, либо лана. Нет, я не вышел, у меня игра при входе в данж зависла. У меня такая же, Агуча. Я перезахожу. То же самое отлично. Так, кто там на замену, Твинси? Ты говорила. Пирожок. Бери. Да нет, вот меньше 8 КДПС, это не серьезно. 8-10. У нас он 2 человека дает. 1-7, другой 5,5. Это вообще не варит. 5,5 дает. Ну, 8 нужно минимум. А лог дает топовый. Я за него просто дамажу за брата. Пацаны, а хотите прикол? Меня в Долоран выкинуло трупом. Резко. Когда такая фигня бывает, у тебя выкидывать куда хочешь. Кто? И мне только маской резаться. 10 минут маска. Ник. А, труп поищи в Долоране. Гуччи. Вышли все за вход. Вышли вот сюда. Можно его по трупу поднять. Вышли, где звезда? А моя шкура где-то под ламой валяет. Тотемы убрали. Соленый, выйди с инставочи. Иди, пожалуйста, дискорд. Мальчик. Да. И книжка такая была в детстве. Так, Реса. Торбойс у тебя такая же? Да, у него то же самое. Только не беги вперед по стенке к выходу. Куча. Что делать? По стенке к выходу. Она в центре. Нет. В центре стоит, аккуратно. Выходи. Спайдермен. Че, зависло сервак? Да. Уже сервак даже против нас. Не-не-не, сейчас трубой с этот, как его? Меня резну, если отлагает. Че, отойти можно на минуту? Да, отойти можно. Пока что. Да. Ну, в магаз пока метнусь, пока она закрылась. Да, первый. Да, трейдер, где твой люк? Сейчас это магазин. Приедет 9 августа. Или какого? В августе приедет. 15-го, вот, да. Да, без Димона тяжко. Да Тавр еще слакает. Да он конкретно слакает. Говорит в июле. В июле будет нормально все. Что там будет? Бапана, этот онлайн будет у него хорош. Макс сейчас не может. Он в августе приедет, 15. Он уехал на заработки. Тавр с учебой. Макс семейные проблемы.
Какой именно Макс? Лилил. А хозяин что там? Хозяин на заработки поехал. Ты на трипке куришь? На трипке или на баке? На баке. Чего она у тебя так свистит? А испаритель крутой. 0.25 испаритель. Тебя свист не заебывает? У меня не свист. У нас только свистит, у него не свистит. У меня-то все нормально, огонь. Не огонь, а пар. Не то курите. Чё, курить надо? Травку. Я могу и то покурить, только у вас будет веселое. 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 Курите. Ползучий кошмар. Лучше вообще не курить. Будете чувствовать себя кошмарно и пуга. Вы так летели играть, куда вам еще курить? У нас много этот людей. Не знаю, что с двумя людьми. У нас он Павел был. Он у нас по тирошишках есть. Вот у него есть барыга. Заходим. Константин Геннадьевич, если я повешу вам КД на двух пусов, вы же не будете меня ругать?